Всем здорово, ребят. Ну что, как обычно, как всегда, у нас сегодня коллекционер, и я последнее время трачу самоцветы здесь, потому что я их в основном сливаю на прокачку героев, то есть созвездия, и частично я еще фармлю коллекционера, показываю вам шансы, какие есть, потому что здесь даются довольно-таки интересные топовые плюхи, я их тоже забираю. Вот, например, камикроки и плюс там эссенции и прочее. То есть мы смотрим, какие шансы есть, что можно получить. В общем, поехали. Коллекционер героев. Вот такой вот, и у нас цель, опять же, словить сегодня мишань. Ну, нифига себе. Хорошее такое начало. В прошлый раз мы здесь оставили порядка 100-150к, пока мы получили мишань и собрали полностью все. Но лиги сегодня действительно падают очень неплохо. Посмотрим, что мы в итоге сегодня получим. Медузка. Бидонище. Нифига себе, посмотрите, какой легопад. Только толку от этого, если падают реально просто обычные герои. Где имбушки? Рандомчик. Суку. Не просто, знаете, это просто троллинг. Типа, хочешь получить? Так, мне интересно, за сколько мы, кстати, сегодня соберем? Слизни. 6-15, мы уже 1015 потратили. Афинка, ну это уже получше. Дрейк. Асурик. Вот, кстати, Асурика мы в прошлый раз очень долго ловили. Мы, по-моему, его и не словили, если я не ошибаюсь. Так, Асурик есть. Ну, Джамбир у нас остался один на цели. Ну, жалейки сами собой словятся. Давкипер. Неплохо, неплохо. Ну, давай, рандомчик. Так, все печально падает. Имхотеп. Еще один купидончик. Скулкнайт. Ну давай, Валентина. Добрый вечер. Ну, уже 1040 мы потратили. Кинди Кейн. Бочки. Самое главное, что сыпят бочки. Бочки это самое, ну, суку. Самый сок. Да, Джимбира, конечно, словить. Реально сложно. Было бы прикольно, если бы была возможность, типа, покупаешь на базаре, но тебе засчитывает здесь. Там на рынке 5 или 10 долларов уже стоит. Бидонище. Да, но начало как-то было повеселее. Я не скажу, что падает сегодня очень много топлих, но леги все-таки сыпят. Не знаю, сколько мы их там. Оккультист, вот, вот теперь вот однозначно что-то стоящее. Гринфилд, капитан Дрейк. Ну, я думаю, слизни мы уже собрали. Я надеюсь. Да, слизни мы уже собрали, но у нас осталась одна цель, ребятушки. Джамбир. Пампкин Дюк. Надо, наверное, у себя начать в рейды ходить, а то мне что-то реально... Всем выбиваю нормально, а мне падает... Печально. Я думаю, на этой неделе будет коллекционер. Вот там и посмотрим, что там интересного будет. Тандер, Год, Трикси. Бум, Джамбир. Ну, в этот раз у нас обошлось все, ребятушки. Малой крови и потом, скажем так.
В принципе, неплохо. Так, это мы забрали с аренки. Все, я здесь зафармил. Ну что, фуловый коллекционер мы собрали. Я не знаю, 1060 у нас, 60-70 у нас на это дело все ушло. Ну, в принципе, неплохо. Поехали. Открываем плюшки и подумаем, кому мы качнем следующий 14-й скилл. Такс. Все забрать. Феникс, блин, ну 70к, и это повезло нам, что мы словили реально Феникса. Но плюхи, блин, хорошие. На этом сервере здесь у нас нету еще 700 камней, которые я словил, я показывал, которые я получил за счет ЗП-шек. Там пришлось 100 попыток потратить, но мы словили 700 камней. Это реально очень круто. И это уже второй раз здесь. Очень крутой коллекционер, как по мне. Но вот такие вот, ребятушки, у нас плюхи, я считаю, довольно-таки неплохо. Ну, это если учитывать для бездоната. Для доната это, конечно же, не плюхи. Сундучки 10, 10, 5. Ну, себе. Что там у нас еще? Коробочки. В прошлый раз мы открыли с вами, по-моему, тоже 3. У нас выпало 7 осколков, если я не ошибаюсь. 45, нифига себе. Ну, считайте, блин, четверть барда. Почти 50 осколков. Ну, это реально очень круто. Считайте, за два коллекционера собрали четверть. 52 осколка. Так, что нам там еще падало интересное? Я уже даже не помню. Давайте, кстати, вот эти вот скины пооткрываем. А, тут у нас скины на здание. Я что-то думал, здесь скины на героев. Печально. Да, все печально. Так, осколки эти, вечное место захламляется. Ну, хоть шанс вот с этих осколков для бездонатов дособирать каких-то недостающих героев. Вот мы уже немножко так нормально подкопили сумочек. Таких и таких. Это все накоплено без доната. Вот эти вот первые сумки. Это мы с акции их собираем. Ну, затрату, конечно, самоцветов. Так, окей. Что там у нас еще? Поехали посмотрим по 14-му скиллу. Кого можно качнуть? Кого бы я качнул? Кого мне интересно качнуть? Я уже даже не помню всех героев. Ворожая, если я не ошибаюсь, мы качнули. Землеройка, урон. Усма, урон. Видите, у многих просто такие процентуальные. Ну, не у многих, а у большинства героев просто добавляется процентуалка, и это не особо интересно, потому что прирост не особо большой. Это, по-моему, у нас 14-е. Здесь прирост, по сути, тоже ничего не меняется. Но здесь 8, 61. Вот графинка как вариант. Ворожая мы уже качнули. Стрелок 2,8. Плюс еще дамаг для архидемона, разве что качнуть. Давайте зайдем. Я, кстати, еще не всем могу качнуть. Вот там прикол тоже есть. Надо будет пересмотреть там одну локацию. Так, вариант Химка, вариант вот Укротителя я не могу качнуть, например, Леди Лео. Минотавр. Минотавр, Минотавр. Ну, а чё Минотавр? Я даже, честно говоря, не знаю, кого качать. Очень, очень много вариантов, но они все печальные. Тыковку мы качнули на 14-й. Ранг для дефа.
просто прибавка по урону. А где там наш Минотавр? Хочется Минотавра глянуть. Забирает энергию плюс 10% дамага. Давайте, наверное, все-таки для Архидемона качнем Химку. А вы напишите в комментах, кого вы хотите увидеть на прокачке на 14 скилле. Кого вам интересно увидеть, но я вам уже показывал, что очень мало героев, которые дают хорошую прибавку, к сожалению. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосики. Вот такой вот коллекционер. Всем удачи, всем пока.